Да, то есть у меня есть упражнения там жим лежа, бицепс, такие, которые должны выйти именно на этот уровень, который у меня был последний раз, как минимум. А максимум это прибавить эти веса. Ну и в таких движениях, естественно, вот в такой ручке у меня тоже есть пик, к которому я должен прийти. Основное, наверное, все движения возле блока. Веса, к которым я должен прийти, это блок, в первую очередь. Уже второстепенно это жим лежа, бицепс. Ты смотрел наш выпуск, да, 105-й, там Женя Шишов говорил, что в его понимании форма – это килограмм движения, то есть это именно сила конкретная. Вот ты с ним согласен? Да, я согласен. Я же всегда говорю то, что многие приходят, ну сейчас, допустим, ребята ходят там бороться раз в неделю. Говорят, они к столу бороться. У него там приходит человек 5, он на прошлой тренировке там двоим проиграл. Через неделю он у них выиграл. Через неделю опять проиграл. Потом опять выиграл. А на каком уровне ты находишься, ты так и не понимаешь. Говорю, поэтому перед тем, как бороться, все делаем работу в блоке, либо в тренажере. Выходим на свой максимум и смотрим. То есть, может, это вы слабее стали, да, а не он сильнее. И только по тренажерам будет это видно. Может, он заболел, может, у него еще что-то случилось. И никто никогда не скажет причину, почему он проиграл. А тренажер скажет, вот и все. То есть возьми два человека, вот они сегодня сделали его и через неделю. Если там разница в одну плиточку поменялась,